говорит, человек идет выше доводов тела и говорит тело, что это закон Творца, поэтому он исполняет. Также написано «закон установления передо мной». Нет у тебя позволения сомневаться в этом. Где в действиях выше знания? Как они приближают человека к Творцу, если человек действует, исходя из закона? Адам царих лекабель. Человек должен принять на себя закон, что он всегда находится в состоянии добрым и несущим добро. Всегда. И то, что он чувствует себя, чувствует, что он поднимается и опускается, это дано ему свыше для того, чтобы он укрепился в этом законе, что Творец добрый, несущий добро. И человек никогда не может почувствовать это же самый маленький процент зла. Тот факт, что он не чувствует самого маленького процента зла, если он действует таким образом, это приближает его к Творцу. Ты уже спрашиваешь нечто о чем-то ином. Спрашиваю о близости, как возникает чувство между человеком и Творцем. То, что человек желает всегда чувствовать, что он находится под властью доброго и несущего добро, вечного.